Добрый день, это жилетки Экстра Швейцария, а у них это женские и мужские жилетки. Они бывают утепленные, бывают неутепленные, в общем, подробно. Итак, мужская жилетка размер XL с флисовой подкладкой внутри и еще синтепон есть. То есть она является такой, знаете, ну, теплой. Еще одна мужская элька, вельвет, синтепон на кнопках. И у нее внутри вот такой подклад. Вот. То есть она такое ощущение, что она вообще... А, да подождите, стоп, это пуховик. Да, пуховик. И по ходу, знаете что, по-моему, она... Да, она двухсторонняя. Что, опять же, очень нравится клиентам за многофункциональность, за оригинальность. Точно, да. То есть пуховая мужская жилетка Элька в отличном состоянии, еще и двухсторонняя. То есть вместо одной вы покупаете две. Так, мужская размер S, синтепон присутствует, ну, пожалуй, и все. А мужская размер XL, знаете, такие называют драйвер, потому что у него много карманов. Есть замок, он в рабочем состоянии, подклад такой... Не ХБ, но похож, но это не ХБ подклад. Синтепон тоже присутствует. Есть светоотражающая полоска. Мужская, здесь флисик, замки рабочие, она такая классическая. Единственный момент, вот смотрите, у нее вот здесь вот, да, вот здесь вот, есть небольшое пятно, которое вот под лампой я, допустим, вижу, но когда раскладывала, я вообще не заметила его. По ощущениям, это пятно отстирается, вот по ощущениям, но в остальном она в отличном состоянии. Мужская размер, это, так, стоп, это женская жилетка, замок рабочий, есть подклад внутри, она стеганая, у нее тонкий-тонкий слой синтепона, то есть она слегка такая, знаете, вот, красивая, размер Элька. Ну, судя по цвету, женская, а так вообще можно сказать, что унисекс. Замок рабочий, внутри флис, она не двухсторонняя, очень красивый цвет. Состояние отличное просто. Еще одна мужская жилетка, уже у нее, смотрите, такой воротник прилегающий, что даже шарфика не надо. Синтепон, стеганая, есть подклад, но синтепон не плотный, ну, то есть такой, один слой, скажем так. Вот классная женская жилетка с карманами, размер S. Чем она классная? Да, у нее красивый, она красиво простегана. Знаете, вот такими волнами, такая интересная жилетка. Отличное состояние. Женская жилетка, воротник, гольф, то есть шарфика уже не надо. Размер S, стеганая, есть ремень. Как он застегивается он. В общем, один слой синтепона. Красивое. Состояние отличное. Это Asics. Пуховик. Размер, ну, по-моему, S или может быть M. Какая она, не разберу. Может женская, может мужская. Состояние классное. Плотный гольф на шее. Единственное, что у нее, вот этот пух, вот он прямо вот, то есть, чтобы ее продать, надо немножко этим вот почти роликом, знаете, такое. В остальном хорошее, отличное состояние. Итак, на синтепоне, точно, она тоже двухсторонняя. На, не на замке, на клепках. Ну, скажем так, такая простушка. Но в то же время многофункциональная и достаточно теплая. Жилетка женская, стеганая, один слой синтепона. А здесь вот, да, есть пятно, которое, к сожалению, не стирается, поскольку оно жирное, да. Вот чем-то поставлено таким, которое вот я вижу, что оно никак не стирается. Но опять же, для рабочего варианта она хорошо подойдет, либо, допустим, здесь клеят что-то, либо вышивка. То есть продать ее можно, смотря за какие деньги, да. Это Sisley, абсолютно классная гофрированная жилетка на замке. Она стильная. Так, замок у нее в рабочем состоянии. У нее нет подклада.
Вот просто она как форма одежды. Причем у нее размер большой. Это женская штучка. И плотно прилегающий воротник. Так, женская большая. На клепках синтепон один слой. Замки на замках. Ой, на карманах. Состояние в целом отличное, хорошее, да, но есть катышки, вот они легко убираются, видимо, от синтепона, видите, катышки, то есть такие любят продавцы, когда вот им холодно, мужская, классная, стильная жилетка, но она не толстая, то есть тут есть синтепон, но один слой, она не является двухсторонней, зато идет элька по размеру под курточку. Стильная очень. И женская жилетка. Ну, а это обыкновенная, простая. Тут у нее даже есть, присутствует подклад. Синтепон едва-едва на замочке. Состояние экстра. Ну, то есть она, видно, что она ношенная. Но она очень легкая. Так, вторая часть лота. Мужская жилетка L по размеру. Синтепон, подклад, замка нет, только клепки. Женская жилетка, стеганая на курточку. Почему говорю на курточку? Видите, какой разрез огромный, да, на рукавах. То есть можно носить тонкую курточку, а сверху жилетку, и тогда это превращается в зимний наряд. Замка нет, есть карманы. Здесь есть пятно, но я вот вижу, что даже просто влажной салфеткой оно легко уберется. Размер S. Классная, тоже стильная. Итак, женская. Размер, наверное, 2XL, может быть, 3XL. Мягкая такая, знаете, уютная, без подклада. Носится под пальто, либо как отдельный элемент одежды, чтобы было теплее. Мужская. Ой, красавица. Просто красавица. Больше я вот никак не назову. И замок-то у нее есть. А, так, подождите. Это же спорт. Да. Это спортивная жилетка, вот у нее проветриватель, замок с проветривателем. Да, это спортивная штучка, света такие отражающие ленты, размер L или XL. Так она, по-моему, вообще новая. Да. Женская классика, размер M, стеганая, с подкладом, и с замочком, и на кнопочках. Вот что вот про нее скажешь. Вот обычная классика, все, главное, теплая. Все, что надо. Это поинтереснее, это XL. Она по своему модели похожа на мужскую, но это женская, посмотрите на ее воротник, да, то есть он у нее получается чисто женский. И опять же, очень большая пройма, что говорит о том, что ее носят на спортивную курточку как вариант. Стеганая женская жилетка, миленькая, простая, на замке. Вот это уже тоже другой коленкор. Мужская жилетка, да, она не дешевая, вельвет, один слой синтепона, стежка, замка нет, классика, красивая, размер не меньше, чем элька. Маленькая жилетка, молодежная, хотя написано, что размер М-ка, здесь у нее двойной воротник, гольф и синтепоновый. Мужская, один слой синтепона, стежка маленькая, так, жилетка эсприт женская, эсприт как эсприт, тепленькая, стежка есть, есть пятно здесь и вот здесь, небольшое, ну, как оно себя поведет, предполагаю, что одинаково, я думаю, что они не отойдут от стирки. Итак, это стеганая женская, большой размер, симпатичная. Это вообще классная. Значит, здесь размер S-ка. Она, посмотрите, она вообще лыжная, наверное. Это жилетка. Такая. Но на синтепоне. Если бы была пуховик, вообще было бы здорово. Но она на синтепоне. Женская. Классика, размер L или XL, женская классика,
размер L-ка, 2, или XL, или 2, скорее всего, XL, 2XL на замке. Классно. А молодежная жилетка Gap S по размеру, у нее есть липа, есть замок, есть флис, есть синтепон, в общем, есть в ней карманы, есть в ней, то есть она прострочена. Слушайте, вообще во всех отношениях она просто классная. Подождите, так это еще и пуховик. Ну, что я могу сказать? Прикольно. Да, классно. Классика, размер L. Вот эту жилетку можно сказать, что она унисекс. Вот иди пойми, то ли она мужская, то ли она женская. Стежка, синтепон, подклад, замок, все при ней, все присутствует. 100% мужская. Здесь у нее есть один слой синтепона, трикотажные вставши по бокам. Скорее всего, это как дополнение к какой-то одежде, принадлежность к какой-то команде, что-то вот такое, типа как спецодежда. Итак, это были жилетки Экстра Швейцария.